Поехали! Здравствуйте. У меня тут проблемка. Ну, здрасте, здрасте. Что случилось? Да, быстро живешь. Дерзко. Ты что ж, из робота? Из робому. Да, жесткий мужик. Ты его знаешь? Мужик точно, его знаю. Да знаю. Познакомилась недавно. При очень странных обстоятельствах. Короче, это район ваш. Тут разные ситуации бывают. На тебе зенок. Спальник. Зашибись чего. Слухай, тут не можно жить. Де їсти, де спати? Митися нормально де? Чувак, в туалет куда бегать? Это реально жесть какая-то. Не, братиш. Тут через 20 метров есть ротель, если что. Ты вот только накипишуй, хорошо? Сейчас рубанем бабла и переедем. Иди, поспи до телочки. Иди, иди. Папа отдыхать хочет. Чиллаут, блин. Здрасте. Ну как тут наша ласточка? Руль на месте? Старые друзья. Руль-то на месте, только она все равно никуда не поедет. Чего це? Да то гоце. Перебрать нужно кое-что. Да и подсветить кое-кому. Тогда поедет. И сколько реально это будет за перебрать, подсветить? 500. Ого. Це реально надо решать и решать. Ну, решайте. Она есть не просит, постоит. Да вы перебирайте, перебирайте, деньги будут. Правда, босс? Совершенно верно. Короче, Толстый, ты остаешься тут светить, а мы едем решать. Чё це я тут? Машина твоя. Мы и без тебя сможем гроши зібрать. Макс, объясни человеку. Ну, Зузу, ну правда, сколько мы с тобой заработаем на районе без машины? Аж 5 баксов. Нам надо 500 и до вечера. Ну, понимаешь? Короче, давай. Удачи. Мы в тебя верим. Куда светить? Ну вот, другое дело. На, держи. Садись, покажу. Смотри. Вот здесь, под двигателем. Ще ни разу ця тема мене не наламувала. Ці соплі, драма, кіно, доміно. Короче, картинку обновим і погнали. Да это полная лажа, чувак. Ти на эту абстракцию ні хрена не заработаєш. Тут нужен нещасний персонаж. Ти в мене мастер креатива. Ти, короче,
хворий. Ага. Тебе жаль. А я буду двигать тем. Окей. Ну, заспевай щось. Кого-то злят поборы, отжимы, откаты? Не, не, не. Или то, что для олигарха? Не-не-не-не-не. Тут надо что-то такое душевное, душещипательное. Что? Давай, может, цю. И в дорогу далеку ти мене, воно, горі проводжала. І рушник вишиваний на щастя дала. На долю дала. На долю сразу, доля потом. Ти вообще понимаешь, куда надо светить? Сюда, в угол свети, под мотор, вот, сюда, сюда. Вот тут надо свети. Где ты рос? Откуда у тебя руки? Я тримаю. Чого ви сваритесь постійно? То ключ, то викрутка, то лампа. Вот я сюда. Тримаю. Тримай, тримай, вот так, тримай. Свои 6 лет Лёша виртуозно играл на флейте и контрабасе. Маленький Моцарт. Плакали соседи. Но острый диагноз гипернейропатит украл у Алёши будущее. Спасибо. Спасибо за вашу доброту. Всего 3 месяца осталось Алёшке. Так жалко, что он скоро умрет. Лёш, спой напослед. Ты, мати моя, ты очей не доспала. Ты водила мене у поля край села. І дорогу далеку ти мене на зорі проджала. Хомяк, валимо отсюда, давай, хомяк. І рушник вишиваний. Та чого ти успокойся, ти все нормально, кеш йде. Хомяк, я не сучу, давай реально. Рушник вишиваний на щастя дала. Та нормально все, що ти? І дорогу далеку. Thank you.